Може, з кимось трошки більше поспілкувалися, з кимось менше, з кимось познайомилися ближче, з кимось, може, не встигли. І це навіть, може, знаю, справді не пам'ятаю всіх звати, але я думаю, що це ще в процесі, ми ще спілкуємося. Якщо у вас є якісь запитання до нас, Шестирамочник ви розвиваєте як нуклеус, да, держите його? Так. Тобто ви і використовуєте прямо з ранньої весни? Використовуєте його як нуклеус, так? Їх тільки цього року закупили, заселили, так? Фактично серед літа заселили. Ви ще не встигли їх використовувати так, як нуклеус. Ви не використовували. Але вже ми середини літа використовували. Декілька маток ми виводили. Ви не плодну матку представляєте, чи маточники? Можна маточник, можна і не плодну матку. Ні, ви як працювали? Мене цікаво. Ні, фактично ми стараємося не плодну матку відсаджувати. Чому не плодну? Щоб у нас скоріше, вони тут мала сім'я, вони приймають без проблем неплодну матку. І вона там оподотворяється. А що ж, другий етап, у вас вже багато бджоли, і ви опять другий раз опять неплодну даєте? Що вона приймає дуже багато. Тут другий раз ми даємо, вже як я більше бджоли, ми даємо маточник. Я не чув, що. Повторюйте маточник через скільки днів? Ну, щоб матка вийшла, запліднялася, тоді почала червити вже, то тоді можна її забирати і знову можна мажути. Ви дивитеся, поки шукаєте матку? Ні, ну, в нас є записи. Ви знаєте, ще раз запитаєте, це матку, от Ігор, він вам конкретніше дасть. Я не знаю, що питають. Ми питаємося, скільки ми за сезон можемо вивезти в нуклеусі маток запліднити. З одному будинку. 8-10 маток, якщо працювати через перегородку. Іменно 6 рамочних. Я вам ще не скажу, ви ще нову запустили мені. Я б скажу, з цими питаннями весь сезон. Не весь, а два сезони. У мене таких більше 100 штук в производстві. Це віддільна тема. Давайте пообсуждаємо. Пасеку Березовского. Я предлагаю тот. Я предлагаю вообще, у кого есть какие-то замечания, ну, в помощь, не ну, критические. Я думаю, что да, помочь людям. Да. У нас рабочая группа. Кому что понравилось, кому не понравилось, какие минусы, какие пропозиции, что сделать, как улучшить, как ухудшить, ну и так далее. Відкрити дно на тій пасіки, щоб ви були перші тезами. Срочно відкрити. У вас є ошибка сигнализации, она явная, ви самі это видели. Ясно, відкриємо. Вопрос у Андрея по постановке было прицепов. Андрей, ну выскажи, пожалуйста, свое мнение. Потому что он пользуется прицепом постоянно. Прицепы поставлены неправильно, будут проблемы весной тоже по работе. Где они летками друг другу очень близко прицепы. Пчелы будут путаться, если надо растягивать как-то. Кутри, зимильник. То зимильник. Весной будут облетываться. Не, мы их вывезем еще до облета. Я думаю, еще до облета их вывезем. А пока мы не в клубе, их можно возить? Покраска ульев. Разноцветные цвета обязательно. Это блещит, да, пчелам. Мне бачили вот... То есть она потребна, да? В Молдавии? На платформах потребна. Не только на платформах. Я вам скажу, что не потребна на платформах. Почему? Спор. Давайте так, давайте спросим у людей, которые работали на платформах. Вот там же ж крайние улики с пчелами, средние без пчел. Ну это замечено. Не путаются пчелы. Не, мы не о путанности, мы говорим о том, что о силе семьи. То есть на платформах. Крайние улики, и, как правильно, сильнее, чем средина. Неправда. По вашим, вот в них есть такая проблема, ее можно облегчить покраской, например. Я думаю, что проблема в основном постановки прицепа. Север-юг в этом плане, да? Это правда, что ее на полярную зірку треба прицеп поставить? Не, прицепи не надо класти однаково, щоб вони були два рядом однаково. А, буква Т, там, буква такими розположеннями. Прицепи в нас, коли ми вивозимо, один від другого на 100 метрів ближче не стоять. Далеко, ми один від другого. І на палітах ми розставляємо вулики теж. Один від другого поряд метрів 20. Всі розставлені дуже широко. То так, щоб є той самий принцип, що я, наприклад, живу вдома, в мене пасіка на краю села. Як ви міняєте матки на платформах?
Заміна маток. Тільки плідні. Ні, я розумію. Тільки плідні, так? Так. Яким чином міняєте? Ну, так, просто так само. Ну, може, якісь є... Як підставляєте бак вас на нашу бджолу, як ви підставляєте бак? Вони дуже важко її приймають. Яким чином? Який у вас путь? Діло в тім, що зараз всі сім'ї мають... Матки Бахвест. Зараз в нас немає вже проблем. Але коли на початку були, коли ми започатковували, то тоді були проблеми в нас великі. Матку плідну підсаджують, плідну, то вони стараються, вже вона починає червити, пчоли стараються її випхати і заложують свій маточник, не хотіли сприймати. А якщо не плідна, то вона летіла хто знає куди, шукала свого трутня, не з нашими спарилася, а з чужими трутнями, якими шукала своїх тіла трутнів. Вже тепер у нас менші проблеми, бо вже є трутні бахвастовські, то вже в нас менше проблем, менше пропадають матки зараз. Але пропадання було також ще того року, було ще. Просто з невідомих причин, так? З невідомих причин. Виганяють матку, так? Так. Це все. Дивіться, от бахваст, да, от був такий в цьому році, в мене такий, значить, ставлю, підселяю, вже прийняли. На другий день, на третій день дивлюся, бачу, свіщили, держуть її в облозі, вона сіє, як там ложка, так? І вони куча свіщових викидають. І думаю, може в першому, в другому корпусі нема. Тоже свіщові, тільки в першому нема свіщових. Що таке? Зрізаю, через 3 дні таке, через 5 днів, опять таке саме. Я мусив матку цю на удалення. Це бахваст так. Якщо ви її не удалите, то вона тоді маленький роїк робиш, і ви літаєте маленький роїк, а вона... Що робити, що робити в таких випадках? Що ви робите? А не хочете сказати, що я сказав правду? Так, кажіть. Хочу. Той бахваст, наші пчоли, люба пчола захищається, імунітет. Немає імунітету до хвороб. Перша причина, того року ми ще стикнули, то вже другий рік. Не захищають гнізди. Проблема з самошерчою. Виросту, да? Так, так. От розумієте, що я замітив? Якщо оса її пустили в вулик, вона набирає рело, вона потім прилітає купа осів. Вона передає другим осам, а то є вже інфекція. То є інфекція. І ті горобці, що тікають, я замітив, що ну, кліщ, бахваста, самошерчу. Бахваста, кліщ, самошерчу. Так, так. А, ну баквасики, скажіть що-нібудь. Я не буду критиковать. Ні, не критикувати, а чого? Давай. Ні. Я хочу сказати, може ми зараз щось робимо, розумієте? Ще я опять же переб'ю, може. Ви сказали о защиті гнізда. Защиті гнізда. У бахвастів слабше. Так, так. Наш багатий місцевий пчоли. Наша місцева пчола є така, що ми... Вони ж говорять, всі ж говорять, що бахвастів наоборот ворують. Правильно. Хто каже? Друг у друга й ворують. Бахвастів ворують. А ви говорите, що вони йдуть. Ну, я ж бачу, ну бахвост, я бачу, яка пчола, вона є поличку. Я вам скажу так, у мене нуклеуси стояли до сентября місяця. І їх не розбомбили, ні оси. Може, у вас менше насичення пчіл, розумієте? Я не можу сказати. Може, ще таке. Якщо ви просто... Чого у вас розтовка? За що того магазину, за того, що ви поклали зараз? Знизу? Програми, де? Ви її підняли на верх? Та я ставлю на зиму тільки, і все. Ну, і в літі немає магазину. Коли вони? Позар? Що? Ні. До закормки крадуть? Чи в время закормки? Чи після закормки? Та в червень, липень. Когда отсутствує взяток, естественно, будет воровство. То є основа, у нас не було взяток. Ну ви розумієте, от у мене, може, хто бачив у мене на ютубі, де у мене нуклеуси стоять в траві. І нуклеуси вплоть стоять до морозу, можуть стоять з пчелою. Траве. Вы же правильно, вы бережете свои коленки, спину, и вы ходите, ну, как, извините за выражение, как гоголь по пасеке. Ровненько, красивенько, вам только шапочку, и все классно. А это отрицательно сказывается, на, во-первых, и на облете, и бомбят матки, и нуклеусы. Это, понимаете, это вот как в чистом поле будет один дубок стоять, его все будут видеть. То же самое и вы делаете для ос. Миша, а про клещ? А пчелы? Про клеща я не скажу, потому что я с такой вопросом я не сталкивался. У нас в Бахвост в этом году осыпался клеща, ну максимум я насчитывал 50 штук. Ваш клещ идет от расплода того, который вы дали генерацию весны. С одного перезимовавшего клеща
за сезон, за сезон 12 клещей идет. Плюс составленной полоской. Вот почему Бакфаст там много клещей. Как вы давно вы перевели пасеку на Бакфаст? Второй год. Значит, вы были прошлый год ненормально, ну, неплохо, плохо обработали. Обработайте хорошенько пчел, а потом говорите, что запрещенность. Это раз. Во-вторых, периметр загрязнения клеща. Это тоже нужно учитывать два. Слухайте мене, вещь. Прилітає вон два рії. Я вже робив по таких висновках. В травні прилітає рій. Невеличкий, простий, не знаю звідки. Я його ще підселяв, бо він сладенький, розумієш? І осінь обробляю ті пчоли, і обробляю ті пчоли. Тут падає 50, тут падає купа. 500. Ні, рой, коли улітає, то він завжди улітає чистий. Ну я його підселював ще. Я ще його підсіляв. Тепер обробляю. Наприклад, ставлю рамку закритим розкладом. Ну так ви представляєте, ви одну рамку поставили, а там загрязнення 5-6 рамок розкладу. Це естественно. І на крайніх, на прицепах це дуже часто замечається. Крайні слітають, і там завжди загрязненість буде. Ми заснували і все на всього другий рік. Нема ще повних 2 роки. І яку ми мету переслідуємо? Якраз мета спілкування з вами, які мають за плечима вже багато досвіду, щоб нам розрадили, порадили, щоб ми не робили помилків, які ви робили вже, розумієте? Ми розуміємо, що промислово, що любительська, що промислово, то є зовсім інші речі. Ми маємо можливість затратити, розумієте, і якомога скоріше, щоб отримати плоди нашої праці, нашої промислової праці. Ми розуміємо, це є насамперед генетика, це є нас друге питання, це утримання. І третє питання – це забезпечення тими самими додайними культурами, щоб чим більше продовжувати період взятків. І у нас на перше питання, розумієте, що я хочу звернутися до генетики, от дійсно треба ваша порада, тому що ви мали довший час і ви вже на собі знаєте, і можете порадити і розказати аналітику чи історію тої чи іншої породи. Ми найбільше шкодую я часу, розумієте, бо невдалий сезон, час пройшов, і ми далі починаємо ретатися в зворотному напрямку. Я хочу, щоб ми не розчаровувалися, якщо у нас не виходить щось поетапно. Наприклад, як сьогодні ми наводимо приклад, наприклад, там закліща чи ще. Ми знаємо, що то тимчасове. Але, наприклад, коли ми займаємося цією чи іншою породою, це є перспективна справа для промислової пасіки, і треба нам прямо рухатися в тому напрямку. Нам треба, щоб нас орієнтували, що нема потреби тримати в себе морепорід, там, наприклад. Треба утриматися одної там, породи, так? І порекомендувати, якої породи. Я нині вже спів поспілкуватися, наприклад, там. І знов-таки думаю, що ми правильно рухаємося, тому що ми віддали перевагу селекції Бакфасту. Я думаю, може ви нас глибше розкажете, чи дійсно так робити, і, а що не робити, розумієте? От, друге питання, ви так, ніколи не пізно вчитися, незалежно від віку. Незалежно від віку. І от і, наприклад, ваші нотатки, що ви сказали, так, не так прицепи стояв. Це треба все занотувати, тому що ліпше, що ви нам підказали, чи маємо до того самі дійти, але набагато пізніше він потім подасть вам втрати. Чи тип вуликів, розумієте, чи друге, третє, п'яте. Ото ми хочемо почерпнути від сьогоднішньої зустрічі з вами. Що ми маємо і маємо можливість поділитися, ми так само нічого не скриваємо. То якраз мені подобаються самі посічники, що вони завжди щирі і відкриті. І готові поділитися. Я завжди слідкую, розумієте, і заочно всі вас знаю. Заочно всі вас знаю. І пана з Білорусі, і вас, і знаю, ну не буду вже говорити за пана Дениса чи пана Івана, які дійсно велику роботу роблять для того, щоб нас згуртувати і щоб ми мали можливість поділитися, так чи ні? І це на нинішній день, що тут є і найближче зарубіжжя наше, то є так само дуже приємно. Значить, у нас всіх одна мета. Ми всі переслідуємо одну мету, і я ще раз хочу подякувати. Бо якраз я би хотів, наприклад, ви всі маєте великі промислові пасіки, ви з них живете насамперед. І я би хотів, щоб кожен по два слова сказав якраз, яка генетика,
Розумієте? Ну, в принципі, тим отримання я можу кожного знаю, бо я бачив ваші ролики, розумієте, які ви надаються в Ютубі, Фейсбуці. От, але саме питання мене цікаве перше, то генетика. Що би ви нам порадите, якої лінії триматись? Я відверто кажу, я хочу таку вироду, щоб мати мед. Не щоб петеротипс перебивав економіку, розумієте, вона має бути взаємно пов'язана на нинішній день. Знаєте, поїхав за кордон, побачив гарну дівчину, і ти не дивишся, якої вона національності, чи якого кольору шкіри. Там щось має затьохати, вона знає, що має твоє бути, і має бути по житті нормально. Так само і справа бджільництва. Скільки я спілкувався перед тим, як до чимось зупинитися, і вивчала питання, а я думаю, підкажіть. Правильно ми рухаємося, неправильно ми рухаємося, що ви порадили і ваші рекомендації. Міша, давайте по кругу. Ну, то, що я говорю, то, що ми бачили там, на тому тачке. Ну, мені покраска вулиці, однозначно, ну, тобто я Петр був сказав. Ти проти жовто-блакитного цвіта? Я не жовто, подожди, я зараз скажу то, що я бачив, і таке є, ну, нарікання. Я би так не зробив. Ви зробили, як зробили, я би так не зробив. Покраска вулиці. Чому? От, говорили по болячкам. Частично болячки можуть бути із-за цього, тому що бакус, ну, вона може блудити, питань немає. І перельоти можуть бути. Соответственно, перелеты по болячкам. Если они в какой-то семье появились, вы строите промышленную пасеку. И чем больше пасека будет расти, тем больше риски будут возникновения болячек. Плюс у вас периметр. Чем больше вы становитесь на этом тачке, значит вы больше создаете конкуренцию там. И, соответственно, и по периметру напряжение болячек тоже. Но вы должны следить за этим. То бишь, ули должны не желто-блокитны, а желто-блокитный и какие-то разные цвета. Но это я так считаю. Второй вопрос. Пасека на земле стоит и на прицепах стоит на ветреном месте. Это тоже надо убрать. Вот у Дениса Фадеева есть очень хорошая книжка «Технология американского пчеловодства». Почитайте ее, я вам очень рекомендую. И вы ответите на очень многие вопросы в этой книжке. Ну, вот. Что касается бакфаста. Бакфаст, скажу тоже, 90% промышленников Европы, 90% промышленников Европы, вы уже себя относите к промышленникам, и у вас база построена промышленная на бакфасте. Почему? На 1 килограмм меда, на 1 килограмм меда тратится меньше времени, чем на другую, ну, при другой породе. Что касается, ну, опять же, бакфаста очень много. Я всегда говорю, бакфаста много. Вопрос какой? Вы постоянно должны искать. Селекционно-племенная работа должна быть. Если вы зациклились на бакфасте, если вы решили, что эта пчела лучше, вы реально должны реально работать, брать не одну-две маточки и выводить, вы должны 3-4-5 брать, выводить, смотреть лучшее, и на основе лучшего уже прививаться и работать, чтобы у вас пасека была максимально на хорошем трутовом фоне и давал, ну, в следующем году, и проводить эту, постоянно вот этот конверт, потому что это работа бакфаста. Я не буду скрывать, и может кто-то меня потом, вот Ваня, ну, потом мы посмотрим, кто-то будет меня дискредитировать. То, что я скажу, благодаря бакфасту в Украине началось, и в Беларуси началось селекционные какие-то отборы вестись. Это только благодаря бакфасту. Ни карники, ни карпатки, ничему. Это говорит о том, что вы должны внутри себя, на базе своей территории, на базе своей высоты, на базе своих климатических условий, вести селекционные, хоть маломальские, но селекционные отборы. Недавно был стрим у белорусского пчеловодства, я сказал, бакфаста много и приходит материала очень много и разного. Но вы должны понимать одну маленькую вещь. Вы должны доверять у того, когда вы берете племенную матку, вы должны на 100% быть уверены, что это племенной материал достойный. Мы не доверяем никому. Мы ездим сами и берем у заводчика прямо с нуклеуса матки. Вот здесь доверие есть. Когда матки проходят через 3, вот здесь вопрос. Я маток менял за 2-3 минуты на ЖД, на автовокзале. Две матки менял. А вас проходит трое. Трое-четверо, ну как мода. Я не хочу никого обидеть, ничего никому сказать.
Дениса Фадеева. Мы брали маток идеально, все, проблемы нет. Ну, я брали маток мы через до Дениса Фадеева. Я не буду говорить, у кого есть проблемы. Так вот, очень внимательно относитесь, кто вам предоставляет прикладной материал. Вакваста плюс большой в том, что он прослеживаемый. Племенной материал, родословное древо на 10 лет. Вы можете без проблем посмотреть. Другой пчелы это нет пока. Ну, сейчас начали какие-то там делать педигри Украины, педигри Белоруссии. Ну, и в это я не верю. Пока. Ну, и все у нас. Остальное, конечно, хотелось бы поблагодарить за гостеприимство. Все красиво, все хорошо. Ну, это основные моменты, которые... Остальное это шлифуется годами. Наша пасека строилась 18 лет, и мы до сих пор не довели ее до совершенства. Пчеловодство это такое, вы все прекрасно понимаете, сколько ты знаешь, столько ты не знаешь. Это постоянно ты учишься на чем-то. Шагаешь, шаг на ступеньку делаешь, ты постоянно чему-то научился. И ты идешь вверх. Самое главное не скатываться вниз. И вы должны, как и директор должен учиться, так и пчеловоды должны учиться. Но! Еще дополню немножко по пчеловодам. Я не совсем понял, сколько у вас человек работает на пасеке? 4 пасечники и 2 брачники пасечники уже. Это 6 человек. 4 пчеловода и 6 человек. Это очень много. Это очень много, и каждый должен заниматься своим делом. Матководство, значит, он должен четко заниматься матководством. Он не должен тягать корпуса. Те, кто работает с медом, должны работать с медом. Они не должны бегать по нуклеусам и отбирать маток. Скільки потрібна нагрузка бути таких великих на одного пасічника? Я не могу сказати. В Канаді, якщо ви вже замахнулися, у вас оборудование практически как канадское, европейское и американское, 1000 пчелосемей на одного пчеловода. 1000. Ну, он должен работать. 500 семей. Ну, 500, да. Я соглашусь, в наших условиях 500. Но он должен работать. А не ходить и, ну, ерундой страдать. Когда у вас есть фирма, у вас есть бухгалтер, у вас есть продавец, маркетолог и уборщица. Правильно? Ну, условно говоря, если есть фирма. Так сделайте, распределите то же самое, только в вашей отрасли, если вы строите свою отрасль. И у меня на пасеке было тоже вот это разброд и шатание. Каждый занимался своим делом. Нельзя это делать. Когда мы вот в этом году начали делать, каждый должен заниматься своим делом, мне очень понравилось. И эффективность труда увеличилась. Так что возьмите, может, на вооружение. Каждый должен заниматься. Каждому должна быть цель. Но вы должны все равно контролировать. Это мой вам совет. И еще раз спасибо за гостеприимство. Еще один вопрос, пожалуйста, что касается бабкоста. На какой репродукции, да, скажем так, уже бабкост надо уже менять? F1. F1. Только F1. То есть F1 работаем. F1 работаем, каждый год меняем маток. Каждый год меняем маток. Условно, матка 100, под номером 100. Да? То есть мы знаем ее линию, да? Ее происхождение. Да? Второй раз повторять материал материнский. Опять там... Можно, только вопрос, где будут облетываться матки. И ложку. А? Где матки будут облетываться? Скажем, в лабораторных условиях. Ну, понимаете, мне сложно. В лабораторных условиях это что, матки будут облетываться? Инструментальное семение. У вас есть, мать. Вы от нее вывели дочерей. Запустили в зиму. Полностью всю пасеку перевели. Вы хотите опять же от этой матери второй год прививаться, если она очень крута. Можно. Только где они будут облетываться, эти матки? То есть трудно уже второго, уже брать себе это ИО, то есть уже... Чтобы не было инбридинга, чтобы не было. Батьевск уже... Да, другая отцовская линия. Раз. Во-вторых, что касается ИО, одну матку тоже нельзя. Вы должны купить 5-10 маток, выбрать лучшую. Да, это деньги, но вы должны быть лучшую выбрать. Потому что вы можете взять одну, покупая одну матку племенную, вы покупаете кота в мешке, который завтра у вас 400 семей. 5 маток. Вы потеряете одного. Минус 5. Вы потеряете минус 5 килограмм на 4 семьях от каждой семьи. Вы получаете довольно-таки неплохие деньги.
так есть смысл купить лишний раз лишних 5 маток и пробу заложить. Пускай 10-20 семей. Не с разных потоков, с одного потока взять. То есть, например, с этого с каждый года. Сестринские. Не обязательно. Каждый разные линии. Я рассказываю, как мы работаем. Мы покупаем 3-4 линии, от них выводим дочерей, смотрим, какая лучше, и потом только от этих начинаем прививаться. Есть дерьмо. Отфильтровывается. И работаем только с этими. И Баркус так работает. Но вы же взяли одну матку. Давайте так, еще 30 секунд продискутируем. Вы же взяли одну, взяли то самое, вы же взяли 5 направлений, да? Не 5 линий. 5 линий. И одна оказалась дерьмовая. Она же может быть ошибочная, если вы с одной повторили 5 взяли, но с одной линии 5 маток. Так? То есть, как бы, это уже объективно. Слышали, что сказали? 10-20 маток. Миша, мы сейчас закончим, будет 100 маток. Да. Столько не смогу. Ну, опять же, смотри. Осторожно. Андрей, вот вопрос есть. Миша, вот это бесконечное. Нет, подожди, я по поводу F1 и F2. Просто F1. Гайдар Василий Антонович говорит, что бакус злоблив и расщепляется очень быстро. Да. Так же самое расщепляется вся пчела. Это все, ну это логично. Это нужно четко знать. F1 и только. Точка. Если у вас контрольное спаривание, то может быть инструментальное. То трутня можно взять, вот лучше. При контрольном контролируем. Ну, при 100% контроле трутня. Ну вот и все, наверное. Андрей, можешь 3 секунды объяснить, почему? Потому что тут получилось спорное мнение. Насчет прицепов и разных цветов. Потому что у тебя свое мнение, и расскажи немножко про сравнение по породам. Прицепы, один цвет и по породам, потому что у тебя же совсем другое мнение. 3 года назад у нас были все ули разноцветные. Тяжело было работать, потому что надо было, все равно работаешь корпусами, надо было уже подпирать по цветам и так далее. Ты цветность пытался соблюдать полностью? Да. Сейчас я пришел к мнению, что только для облета маток нужны разноцветные. Только для облета. Блуждание есть, это понятно, что есть немножко, но нету у меня, мы не заметили, чтобы был даже прицеп, чтобы крайний улей там был там мощнейший, там, а дальше центра там такого не было. То есть не критически. И легче работать с одним цветом. Легче. Возьмите все. Если вы идете, например, на промышленную пасеку, возьмите по всему миру промышленные пасеки. Там есть разноцвет? Направление легко разное. Я думаю, что вы ответили на свой вопрос. А по породам? Ты же разные породы. По породам. Американские, Миннесота какие-то? Да. Миннесота минус злобливость. Как бы она нас устраивала по нашему климату, она хорошо и развивалась, и зимовала. По медосбору тоже неплохо, но злобливость у нее есть. Как бы на данный момент мы остановились только на бакусте. По выводу, там, мы не сильно профессор, мы так любители выводить. Мы берем в этом году, например, с одного питомника или как, без разницы, у одного пчеловода, матковода мы берем 5 маток, грубо говоря, 4-5 маток. От них мы вводим по 10-15 отводов. F1. Да. F1. Они у нас зимой, и мы из них уже вот выбираем. Вот из этих 5 маток, вот мне больше всего понравилась вот эта матка. Я с ней работаю на следующий год. Потом мы берем от другого матковода. И вот так мы меняем. Как бы не мудрим мы. Мы не умеем это. А тут еще прозвучала идея на направление людки в разные стороны. Ну, как идея, чи... В смысле, как? Что... На прицепе людки в разные стороны туда-туда. Раньше мы тоже ставили так, чтобы оно было красивее, как бы ставили в один ряд, так, один за другим. Но мы увидели, что если они поставлены, что с этого прицепа, короче, пчелы соединяются, очень путаются. Вот там именно есть. Если разворачиваем, даже на одной и той же поляне, чуть-чуть, там, 15-20 градусов, вот эти прицепы уже совсем по-другому. Не имеется в виду на прицепе. На прицепе нет. Ну, конечно. А ще прозвучала інформація від одної матки 10-15 F1.
И не больше? Минимум 6. Для проверки. Для проверки, да. Нам самое главное, что понятно, что подсолнух несет вообще любая пчела. Любая пчела на подсолнухе показывает себя прекрасно. Нас в Молдавии интересует, это майский мед, акация. Нам надо бурная, хорошая, первое, это хорошая зимовка, бурнее раннее развитие, чтобы была хорошая сильная семья, и медосбор. Все, дальше у нас проверка закончилась. После акации все, у нас проверка закончилась. Дальше понятно, что дальше все будет прекрасно. Два слова, если можно добавить. Про кавказянку. Нет, не про кавказянку. Ну, во-первых, конечно, мы вдохновились того, что видели вас здесь. Но, видя ваши возможности, я бы никогда не работал с прицепами. Бобкат, и не один, можно два. Я как понял, у вас есть много земли, да, много земли. Максимум 100, но это максимум 100 семей, то есть 25 поддонов на одном точке. И чтобы они были разбросаны как можно больше. Здесь вы будете легче выкачивать, легче работать. Меньше будет проблем с болезнями, так как это все будет разбросано. Если будет страдать, то будет частями, а не так, как на том точке. И с погрузчиком уже проблема с прицепом. То есть вы той же техникой, грубо говоря, уберете не один прицеп, где 30 или сколько там, а можете взять, скажем, 70-80, да, за один раз. Нас в Молдове многие спрашивают, ну, почему не работаешь на прицепах. Ну, когда я вижу где-то за рубежом хотя бы 2-3 тысячи пчелосемей на прицепах, я тогда сделал себе тоже прицеп. Я, насколько понимаю, здесь у вас есть возможность делать, ну, так распределять точки, чтобы не перевозить. То есть пусть один точок даст больше на акацию, меньше на подсолнух, другой наоборот, имея большое количество семей, это окупается. Но когда вы будете делать, ну, в конце года считать, то чем возить, чтобы все было много, то в конце будет мало и или ничего, и по чуть-чуть. Поэтому вот этот тоже такой момент. Что касается пород, мне кажется, что на таких больших пасеках, наверное, не знаю, по крайней мере, если работать баспостом, то что были разные линии. Причем эти линии, опять же, будут удобны, если вы будете иметь по 100 семей, каждый точок будет своя линия. Так, опять же, вы этим будете, ну, из той линии вы выбираете в четкой селекции. Да, как бы вы себе будете страховать, вот, я слово искал. То есть, какая-то линия пойдет где-то раньше, где-то, потому что не каждая весна одинакова, не каждое лето одинаково или осень. Это тоже, тем более, я смотрю, у вас здесь размахи и планы очень большие. Поэтому, и, не знаю, но сидеть и каждую коробку там крочить, смотреть 100 раз ее в сезон. Опять же, имея много семей, мы, например, вот сейчас примерно стараемся иметь в запасе всегда 10%. То есть, если у меня 1000 семей, 100. Но я знаю, что я когда уже привез сеточки домой, то есть, или там распределяют на зимовку, где есть проблема, там просто убивается, и оттуда 100 запаса я сюда ставлю, скажем, пакет или там не пакет, а же семья. Вам будет легче сделать 100 семей в плюс, чем 1000 проверять после каждой откачки, а как там матка или там, ну, другие моменты. И, скажем, может быть, последнее, опять же, я всегда так говорил, имея такие вот большие пасеки, их можно будет содержать и иметь выгоду, только если будем иметь здоровых пчел. И первое, ну, откуда начинается фундамент, это надо избавление вовремя от воротоза. Если у нас не будет, ну, не будет калеченная пчела, у нас будет иммунитет другой. Следовательно, уже все остальные болячки, которые, ну, скажем, не передаются воротозом, а мне кажется, на сегодняшний день все именно через него открываются все ворота, то там дальше уже будет совсем, совсем по-другому и будет интереснее работать. Ну, вы, конечно, здесь, например, для нас сейчас, конечно, задрали планку сильно. У мене ще таке запитання. Ми тільки стартуємо, фактично, як вже сказали, наші свої. У мене питання, прохання. Підскажіть,
по технології річні, по циклу, що краще? Ні, там є думка. Від раннього старту, від на кожну рамку розплоду 5 вощів, 5 суші, да? Тобто які в основних моментах технологічних на цикл, що які... Якщо говорити по меду... І саме цікавить саме 300 гнездо, я саме по нашій системі вологі. Якщо говорити по меду, то... Мед, пальця, ну, основні, так? Да? Корпус пчели даст корпус меду. Ну, что, скажем, это 20 килограмм, да? Но чтобы эти 20 килограмм взять, и семья не была залита, здесь нужно два корпуса. То есть вот из, по этой форме, если будете идти, то у вас без разницы, какая порода будет, у вас не будет залита. А если идти всегда, например, вот как нас раньше учили, то есть, когда стали рамки, уже ага, начинают печатать, они уже заливают, тогда добавлять корм, тогда вы уже опоздали. Мы когда выкачиваем, если я выкачиваю семью, и там остались три рамки сушь. Вот я тогда уверен, что я взял 100% весь потенциал семьи. А если я иду с той выгодой, и там про всем говорю, вот у меня все рамки запечатаны, то я лох, потому что я 30% потерял. Вот, и в этом плане тут с корпусами... опять же, если, я как понимаю, вы хотите иметь все направление, то здесь должно быть четко... Пасека, которая идет на пакет, это пакеты, кто идет мед, это мед, который идет пыльца. Потому что, например, если идти по пыльце, то там можно, может быть, что-то использовать, что потом на мед будет влиять. Да? Но вы тем самым возьмете такую пыльцу или количество, которое вам будет выгоднее. И проще работать. Да, не мешать. Вот как бы это. Або, да. Да. Тем более у вас есть такие большие пасеки, есть возможность это все четко разделять. Да. А скільки по пыльцу збирати? Який період? Ну, по пыльце, наверное, Іван больше. Ну, він збирає цілий рік, я питаюся думки. Надо смотреть по своїм местностям. Если идет пасека на пыльцу, то там, я, например, видел пасеки в Румынии, там у ребят стоит автомат кормит. То есть он ее запустил с дома, и 800 семей за полчаса их они кормятся. То есть там идет автоматическое кормление. Но там не идет речь дальше о меде. И там стоит именно в такой зоне, где он возьмет пыльцу, реально возьмет. По пыльце, если мы два дня не возьмем, якобы будем думать, чтобы там она немножко для себя собрала. Все, мы теряем цикл, наверное, на неделю, не больше. То есть, если мы берем пыльцу, все, постоянно. Еще такой момент, особисто я в этом році все прочувствовал. Якщо є беззяточний період, за цим треба дуже слідкувати. Веса мают працювати, и вы побачили, что нема привесу, а йде убавление. Обов'язково надо, если вы хотите получить мед, вы маєте, скажем, стимуляцию дать подкормку. Потому что пройдет 2-3 недели, матка перестала сіяти, и потом почався взяток, она начинает мощно сіяти, и все, что принесли, они з'їдають. Тобто перед медозбором, перед тим, як виїжджаєте? Тобто треба слідкувати, щоб не було беззяточного періоду. Постоянно, щоб ми не плюс. Тобто побачили, що беззяточний період, значить, варінь сіров, давай спішно. Или медонос, или мешок? Не, медонос, у них же 4000 землі. А що, я пропоную, їдемо на обід, і під час обіду буде ще можливість так само ще і... задать питання и рассказать, что может кто якісь питання. Да, спасибо телезрителям, что были с нами. Да. Все, всем пока.